Друзья, всем привет! Мы находимся с вами в Малиновке вместе с компанией Velotrade. И у нас сегодня свои собственные Velotrade Games. У нас также очень крутая команда, которая, кажется, готова на все. Давайте проверим, на что же именно они готовы и узнаем, в каком они настроении. Смелее за мной. Скажи, пожалуйста, сколько ты весишь? Примерно. Ну, думаю, до 70. До 70. Ну, меньше 80 точно. Ну, по идее, да. Можно тебя попросить нам помочь? У нас вечером будет торт, мы будем его поджигать красиво. У нас есть квадрокоптер мощный, он до 100 килограмм поднимает. Можно тебя попросить, чтобы ты красиво спустился и поджег торт? У тебя просто комплекция такая. Смотри, мы тебя спускаем с высоты, просто потихонечку спускаем. У тебя будет зажигалка, и ты просто красиво подожжешь торт. Можно тебя попросить помочь? Так, там типа надо не промазать или как? Мне надо будет именно удержаться. Да, просто держишься за квадрик. У нас, если что, у нас, короче, есть наручники. Мы можем, если что, потом отстегнем тебя, ты снимешь, ну, чтобы подстраховать. Тут, в принципе, не очень-то и высоко. Ну, если что, в общем, у нас есть наручники, можем тебя пристегнуть, потом снимешь, отстегнем тебя. Вот это для безопасности просто. Давай, чтобы все было безопасно, мы тебя пристегнем, быстренько отстегиваем тебя, и ты поджигаешь. Вот, и ветер проверим. Ты просто в такой, ну как, обтекаемой форме. У тебя как раз хорошая аэродинамика должна быть. Аэродинамика, да, у меня хорошая. Вот я поэтому тебя по прямой разгоняю. Вот, сколько? 49. 49 по прямой? Ну, сегодня выдал. Ну, ты даешь. Ты не будешь против, если мы тебя немножко нарядим, чтобы ты был в каком-то таком образе интересном. Например, костюм Гэндальфа дадим, шляпа и плащ. И ты спускаешься оттуда, ну, типа ты волшебник такой, и говоришь, например, в какую-то фразу, например, там, Velotrade Patronus, и поджигаешь торт. Если это типа такого будет. Все, ты нам поможешь, да? Да. Спасибо тебе большое. Мы, если что, можем и за эту штуку пристегнуть тебя. Да, эта штука вряд ли. А, не выдержит, ладно. Это слушай, давай в камеру помашь, мы тебя разыграли. Очень круто, что наши гости сегодня для компании готовы на все. Got too close to the flame. Hurt like a stain. Left a curse on my name. No mercy on me. No mercy on me. The fault's on my own. And I should've known. That's what you get when you're playing with fire. Wish I was a little bit wiser. Never knew my heart could be marked with the next mark. That's what you get when you're playing with fire. Just to get a little bit higher. I never knew my heart could be marked with the next, marked with the next, marked with the next. That's what you get. Такое дело, я вижу, у тебя татуировка есть? Три, да. Ты знаешь что-то про конкурс? Что? Про конкурс, знаешь что-то? Что? У нас сегодня приедет тату-мастер прямо на мероприятие. Маленькая, на руке, где-нибудь на запястье. В принципе, ты готова? Это очень тяжело. Наверное, больше лучше Аленку. В общем, я все узнал. Угу. Все в силе. Делаем татуху. Угу. Будет что-то. Вот такое. Огонь. Да. Поэтому угу. Вот, чтобы войти в историю. Где говори место? На ноге. На ноге где? Давай здесь. Здесь? Какого размера? Ну, небольшую, сантиметров, ну, 10 максимум. Именно это будет Velotrade, все-таки надпись. А, что ты хочешь, чтобы было Velotrade? Ну, Velotrade, оно и в Африке Velotrade, ты никуда не денешься. А нельзя вот такое вот? Ты хочешь Yish, Spy, Kata и Velotrade логотип, да? Да. В принципе, можно. То есть такой типа лайфстайл, ты стиль жизни, ну, исповедуешь, да. Да? Слушай, ну ты понимаешь, что это будет? Ты будешь первым человеком в истории компании, который сделает татуху. Я понимаю. Ты понимаешь? Да. Ты понимаешь, что ты войдешь в историю? Мне выльют из бронзы памятник с татухой. Ты будешь ходячий памятник бронзовый. Ну, мне Иванов должен пожизненно тогда платить за рекламу. Ну, слушайте, это ж не на машине сделал на 3 года. Это на ноге, мне ногу придется откусить. Ладно, там. Ну, давай, хорошо, уже, давай сделаем. Там уже решим. Все, творим сегодня историю. Да, давай.
плавать умеете? Да. Можете помочь нам? Конечно. Квест будет в поисках истоков. Нашли первый велосипед, который сделал велотрейд. Он из нержавеющего металла, нержавейка. Его хотят опустить в воду, под которой мы проезжали реку. И мы вечером с факелами сделаем квест в поисках истоков. Типа найдем первый велосипед, который сделал велотрейд. Мы идем туда, и там будет квест, там будет гореть огонь, фаер-шоу будет. И в какой-то момент кульминационный, когда фаер-шоу заканчивается, нужно из воды этот велик достать. И хорошо, вот так вот вынести, поставлю. Он будет светиться, мы его немножко там каким-то ураном или чем-то натерли, он будет немножко светиться. Без проблем. У нас есть сухой гидрокостюм, вы можете прямо на одежду его надеть. Я могу и так. Но нужно будет идти по дну, там тяжелые ботинки, то есть вы не будете всплывать, хорошо, вы прям по дну. Проблем. Там где-то 3-4 метра глубина, трубка будет у вас метров 5 в высоту. То есть вы идете, вы увидите свечение, мы вам на всякий случай фонарик дадим, вы идете по дну, берете велосипед, играет музыка, будет играть песня «Амено», знаете, вот это «Интерибо Аджафаре Амено». Мы можем порепетировать, но будет просто супер эффект, если давайте ты прямо из воды сделаем. Выйдешь на велосипеде. Давайте так и сделаем. Когда? Да. Ну, где-то через часик пойдем порепетируем. Хорошо. И можно будет попросить, вот выезжаешь, нужно будет постараться разогнаться, чтобы ты из воды прям выскочил. Понял? Хорошо. Разгоняешься на этом велосипеде. Конечно. На этом велосипеде разгоняешься и выезжаешь, выезжаешь, до скольки доедешь. Если будет на сторону клонить, просто ногой пристраховался, подъехал, будут гореть свечи, в конце будет собственник стоять, Никита будет справа. И ты подходишь, и как бы вот этот велосипед, типа, как знаешь, коня, вот так закидываешь, так, и мы поставим такой звук, типа, ты закидываешь коня, или там Харлей какой-то сделан, ты вот, а вот так закидываешь и торжественно передаешь. Все, поможем, все без конечно, проблем. Конечно. Фу, спасибо тебе большое. Давай в камеру помашем. Тебя разыграли. Обалдеть. Можно вас попросить нам немножко помочь? В чем? Да? У нас будет торт, большой торт, огромный, гигантский, ну не знаю, 2x2 где-то размером, настоящий. Мы вот поучаствовали, да, в вашей класс, крале, белые штанишки. Рядах. Вижу. А я так понимаю, у Иры тоже были белые, но она спереди сидела. Да, она просто спереди сидела. Все, понятно. Ты, Ирине, предлагаю поучаствовать в сюрпризе. Вы хотите к нам присоединиться? Будет огромный торт, и мы хотим кого-то попросить на этом велосипеде. Я на велосипеде кататься не умеете? Вы умеете кататься? Ну и что, нужно въехать в торт? Нужно въехать в торт большой. Наталья Владимировна, давайте. А мы уедем до 7 часов. Это в 7 будет или во сколько? Это где-то в 7:30 примерно. Ну, если не уедем, въедут. Смотрите, вы въезжаете в торт. Девчонки, можно тогда вас попросить, чтобы вы нам подыграли просто? Вы этот торт вывозите. Будет такая тележка, просто вы под музыку его вывозите. Хорошо. Включается we will rock you. Вы начинаете делать, отбиваете бит, да? Наталья Владимировна, вы разгоняетесь и прям в торт. Ну, а где ты начнешь на велике? Мне нужно этот самый, так его, где этот велик? Велик привезут. Очень было бы круто вообще в идеале, чтобы ваш силуэт как бы отпечатался на торте. То есть, знаете, вот как бы... То есть, езжайте нормально вообще. То есть, вы как бы отпечататься на торте должны, понимаете? Сразу вон она, Наталья. Да, ну как-то боком попробовать. Боком попробовать. Да. И после этого вы рядышком стоите, будет стоять собственник, будет стоять Никита рядышком, вы ничего не предупреждаете, берете торт и в Никиту, и в собственника. Серьезно? Серьезно? Да, они знают. Мне можно пить? Вам, конечно. А вы куда хотите? Вы куда хотите? В лицо хотите? Хочу. Да все трудно. Сразу. Куда-нибудь. Серьезно, конечно. Они вам ответят. Будьте готовы, что они вас тоже начнут. И мы начинаем перебрасываться тортом. Как? И у нас дальше такая будет вечеринка. Вот. И дальше танцы. Вот. И уже потом на автобус и домой. И как мы в торте домой будем ехать? Скажут, какие у нас сладкие женщины. Скрипим договор. Если я не уеду сейчас. Нет, вы не уедете, нет, да. Вы уже теперь не уезжаете. Да. Вы уже никуда не уедете. Давайте в камеру помашем, вас разыграли. Но я хочу сказать, что вот такие у нас крутые девчонки, которые готовы ради компании на все. Да? Наталья Владимировна, вот он, силуэт компании «Велотрейд».